сами казанцы понимают, что рано или поздно они удалят. Маятник качнется в другую сторону, да. Галиев. Бросок. Гол! А вот такие сегодня заходы. Кирилл Петров ставит на уши «Нефть-Арену». Тело «Жетовца» живет и, как говорится, побеждает. Илья Ковальчук. Да. Здесь антигероем становится, его удаление реализовано, но и Кирилл Петров, его купают в овации. Но там интересно, от кого был рикошет, действительно, потому что Воронков на дальней, если ему много попало шайбы, то, скорее всего, там и просмотр может быть, но пока мы видим, что арбитры не собираются никуда. Да, и смотрим, здесь Петров с разворота, Шеребзянов на пятачке, плюс еще Каблуков, да, и целенаправленный бросок и отскок именно из-за ворот Вилли Пока. Похоже, это он. Ему в конек попадает.